Сегодня у нас в гостях MC Кокос. Привет, Кокос! Да, привет. Еще раз я прошу тебя пару слов. Давай. Да, свое настроение. Ты впервые в Смоленске, насколько я понимаю, да? Да, я впервые. Очень нравится публика, очень понравился клуб, крутая атмосфера, крутой дизайн. Я думаю, будем тут еще не один раз, не будем зажигать только по-черному, только до самого утра. Нам это очень нравится. Я думаю, людям тоже, вы увидите. Люди Смоленска, самый замечательный клуб Zebra Dance. Приходите сюда, мы здесь кайфуем, очень хорошо отдыхаем. Я считаю, что это лучший клуб этого города и региона. Большое спасибо организаторам. Тебе большое спасибо. Я считаю, это замечательный клуб вообще. Приходите, ждем вас. Сегодня вечеринка удалась на славу, диджеи крутят, MC просто заставляет людей поднимать руки вверх. И надеюсь, что по-прежнему и в дальнейшем будет все так же, и мы будем все развиваться, развиваться и развиваться. А мы со своей стороны делаем все, чтобы вам было хорошо. Это было бы круто. Меня зовут Дмитрий! Дмитрий, очень приятно. Дмитрий, поделись своими ощущениями от вечеринки. Ну, Костя, пожелать всем с наступающим Рождеством и, самое главное, с наступающим новым праздником, который будет в течение 2017 года. Они будут, детка! Хе-хе!